Едем дальше. Впереди океан и Красная гора. Надеюсь, у нас хватит батареи доехать до них. Сюда дорога. Может, сюда дорога? Куда сюда? На ферму думаешь? Да. Воняет фермой, да? Фабрика, так, пойдем так. Да. Очень неприятно здесь пахнет. Мы поедем дальше. Эти запахи нам не нравятся. Скорости здесь какое-то строительство идет. Как мы будем обратно ехать, потому что на спуск-то ехать хорошо, а вот в обратную сторону эта лафа закончится. Плантации. Может, и кокаин растят. Хотя я сомневаюсь в этом. Ой-ой. Даже... Да. Нам не сюда, нам туда. Так, а что там интересно, если... Он же это, а, ну в любом случае нам туда, как ни крути. Да.
Получается? Здорово. Поехали. Едем к Красной горе. Главное контролировать ситуацию. Самолеты здесь пролетают. Вон плантации. Какой-то город здесь. Не знаю, что за город. Так, сейчас спокойнее. Правую, да? Да, да, да. Так и сделаем. Так и сделаем. Так, давай. Сейчас. Приготовься. Вот уже получше, чем по этой трассе ехать. Да, здесь получше будет, поспокойнее. Красная гора еще впереди. А вот у тебя велосипедная дорожка, да. Интересно, как этот город называется? Эль-Медано. Как? Эль-Медано. Эль-Медано. И специально есть как раз велосипедная дорожка здесь. Давай-ка мы по ней поедем, не будем нарушать правила дорожного движения. Как самые законопослушные граждане этой планеты поедем. А гора-то у нас все дальше и дальше, несмотря на то, что мы к ней едем, что-то она не приближается. Танаторио. Так, а вот этот у нас нарушает, я так смотрю. Пап-пап. Туду.
красивый городочек. Вообще тут все городки эти красивые по набережной, которые идут. Очень приятные. А вот велосипедная дорожка. Стоп. Вот здесь вот. Обалденные места. Самое приятное, что когда жара, такой ветерок дует. Единственное, когда обратно будем возвращаться, конечно, это будет уже другая история. Но будем наслаждаться моментом, ловить момент. Поедем вниз. Секунду. Просто здесь можно в ту сторону, можно в эту. Смотря где эта гора находится, нам же на гору надо. По набережной? Угу. Идея. Хорошая. Хорошая идея. Да, город красивый. Ну да. Совсем не маленький. Так. Апартмент, вот здесь вот продаются. В общем, здесь примерно за 500 евро, за 400 евро, за 600 евро можно квартиру снять. Одну, двухкомнатную такую, нормальную. Надувает эту штуку свою. Так, а мы поедем на набережную. Набережная – это сумасшедший, волшебнейший, прекраснейший океан, который был и в других странах, в других местах. Точнее, если говорить, где я ездил до этого, где мы были, это была Португалия. Такая жизнь тут проходит. Да. Да, вообще здесь сила. Да. Жизнь идет. Мне кажется, на скатах может не очень. Пойдем, делай ключ. Можем, конечно. Да, такой маленький пляжик. И там песок какой. Так, друзья, вон она, наша гора. Мы сейчас здесь сделаем все-таки передышку. Потому что мне это место нравится. Вообще классное место. Да, песок здесь, правда, не такой, какой желательно, чтобы был. Но само место хорошее вообще. Обалденно. В общем, сейчас посмотрим, что тут делать.
Да, песок здесь не очень прикольный. Но так как-то прикольно, сам город. Ага. Так, друзья, приехали. Как этот город у нас? Эль-Медано, да? Эль-Медано называется это место. Сейчас наша задача попасть вон на ту гору. И даст и выше, чуть-чуть попозже на связь. Смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию, находимся на Канарских островах.